Доброе утро, хорошие люди. Доброе утро, мои подписчики. Доброе утро, гости моего канала. А у нас сегодня дождь. А у вас? По прогнозу на весь день. Вот так и живем. Июль продождило. И уже августа половина прошло. Ну, зато радуют розы цветением. Вот такая красота. Видно, что от дождя напал грибок. Брызгаем. Но дождь тоже брызгает. И поэтому, смотрите, какая пароля. Она такой красавица никогда не была. Конечно, мельче розы. Но шикарный куст. Поцелуй Герани переехал на детскую площадку. Еще цветет. Ну, пытаемся что-то из этого еще получить. Перцы шикарнейшие. Очень много уже красного перца. Перец горький у меня. У меня есть и не горький. На подходе виноград. Вот-вот начнет спеть. И там, посмотрите, уже окрасился виноград. Начинает приобретать свой цвет. Еще перчик с другой стороны. И вот тут тоже перчик. Везде есть. Можно уже пасту делать. Но мы еще чуть-чуть подождем. Итак, розы. Вот такая роза. Ну и красавица Августа Луиза. Хороша красавица. Огурцы желтеют, не хватает тепла. А вот наш сладкий перец. Вот этот куплен из Алди. Там есть перчинки уже, видите? Вон там блестит громадный перец. И тут есть перец. А вот на калифорнийском завязалось очень много. Но ему нужно еще тепла. Поздно я его посеяла. Спонтанно, поздно, но семена есть. И на следующий год я повторю. Потому что очень нравится своей силой. Куст. И посмотрите, насколько он больше, чем те, которые куплены из Алди. Гортензия тоже страдает от дождя. Должна быть такая красивая зеленая, а она у нас красивая пятнистая. Еще созревают остатки красивых вкусных помидор. И бушуют тагетис или бархатцы, радуя сердце. Красавчики. Огурцы тоже пора убирать. Кольвус тоже. Бушует трехцветный. Ну, а с этой грядкой пришлось все-таки попрощаться. На носу сентябрь. Так что
ждать нечего. Погоды не дают, как и не давали. Очень красиво разрослась моя клубника ампельная. Ох, красавица. Видно вам? Вот. Уже пускают усы вовсю. Стараюсь усы приживлять. Цветет, плодоносит. Дай бог и ей хорошей погоды. Больше ничего. Здесь тоже цветут розы. По второму этапу. И Августа Луиза тоже цветет. Вот такой замечательный белый флокс. Рудбекия или золотой шар. И вот такая красавица тоже цветет. Вот тут уже укропчик поднимается. Скоро будем щипать. И тут тоже, вот в это время, уже поздней осенью, нет тли, и укропу еще есть возможность подняться и порадовать нас. Ну, вот так. Ну, и вот этот виноград называется регент. Он в этом году крупнее, чем обычно. Обычно он мельче. Сорт винный. И он тоже уже доходит, поспевает. Скоро можно будет рвать и кушать. Ну и красавица драхенфлюгель бегония. Ну вот мы с вами пробежались по красоте. Мне пора на работу. Бьют уже часы на Спасской башне. Колокола на церкви. 8:00 утра. А вам всем до завтра. Счастья, здоровья, любви. Радуйтесь жизни. Живите. Ну и до новых волнующих встреч у меня на канале. Не забывайте поставить лайк и написать свои замечательные комментарии. С сегодняшнего дня я перевожу свои видео назад, на старое время. Я не знала, что вы сидите и ждете меня целых 4 часа. Это недопустимо. Ну, пока-пока. До новых волнующих встреч. Дорогие мои друзья, вы часто называете вот эту вазу, эта ваза, букетом. Цветы, которые стоят в вазе, они продаются по одной штучке. У каждой из этой штучки есть цена. Сколько вы хотите, столько можете их взять.
А целый букет покупать не обязательно, но тоже разрешается. Если вы хотите, вы можете купить вот это все вместе. Я ставлю цену в вазу и отправляю на витрину. Такие же вазы я уже отправила, и все они имеют, каждый цветок имеет свою цену. Вот здесь, например, здесь уже стоит букет. Вот этот летний букет могут выбрать наши покупатели, и мы из него сделаем вам прекрасный букет. Или вот это тоже такой же букет. Видите, какая красота. Вот. Мы тоже любим, когда к нам приходят вот такие смешанные букеты, и мы можем из них творить чудеса. Вот. Вот еще одна ваза. И эту вазу я уже отправила на продажу. И эта ваза. Все цены в вазах написаны моей рукой. Вот тут тоже. И вот такая ваза. И вот такая ваза. И такая. Ждут наших покупателей сегодня у нас в магазине. Ну и вот эти букетики тоже делала я, но не сегодня. Сегодня нужно наполнить вазу. Или вот эту миску, чашку. Как-то так. А это следующая ваза. Вот здесь у меня плоды зверобоя. И вот такие розы. Роз здесь 40 штук. Я приготовила цветы для следующей вазы. Это вот диль. Но это на самом деле морковь дикая, розы, и я уже сказала, это Йоханнес Краут или зверобой. Вот эти розы я сейчас буду готовить для того, чтобы поставить их в вазу. Сначала чистим морковь от лишней зелени. Что-то не хотят расставаться. Когда зелень очищена, то стоит цветок намного дольше. Вообще, когда чистишь, по запаху можно определить, что это морковь, потому что она пахнет точно так же, как пахнет ботва морковь, я должна сказать так. Что-то тут прям коряки на коряки. Как-то так. А сейчас очищаем розу от шипов и от лишних листьев. Этим тоже мы продляем жизнь розе, потому что листы требуют питания. Убирая лист, мы сокращаем потребность розы в питании. Колючка. Роза называется Шапо. Сорт розы называется Шапо.
Обрезая розу наискосок под углом 45 градусов, вы увеличиваете забор воды розой. Вот. Добавляем сюда декоративную травочку. Это как приправа для еды. Так тут. И вот таким образом я складываю вазу из трех видов растений. Все должно быть одной длины. Тогда ваза будет стоять и выглядеть красиво. Красота.